А вот и русалка при хорошем освещении. Можно рассмотреть роспись более-менее близко. Я не старалась нарисовать Ариэль, как многие из вас, наверное, подумают. Совершенно нет, это просто был образ из головы, ничего общего не имеющий с мультфильмом. Просто получилось, как получилось. Заливка была очень такой давнешней, еще довоенной. Она у меня долго лежала, давила на жалость, что вот пропадаю, лежу без дела. Ну и я решила выполнить на роспись на этой заливке. Это не планировалось так изначально. У меня просто была заливка с ракушками и жемчугами. И вот я дошла до того момента, когда решилась ее применить. Серьги были сделаны просто по настроению, потому что мне захотелось чем-то дополнить этот русалочий образ. А в моем как-то представлении русалка — это что-то с длинными серьгами обязательно. Вот поэтому я их просто прилагаю к колье. Они не продаются отдельно. Вот, и это просто часть, составляющая антуража, скажем так, образа. Вот такая вот работа. Покажу вам с изнанки. Это совершенно плоско. Здесь нет никаких бугров, ничего выступающего. В носке довольно-таки комфортно, потому что если бы это все был бы камень, это было бы куда тяжелее по весу. Я не могу сказать, что они не весят, но с камнем было бы все-таки тяжелее, массивнее.